Сегодня в меню – пхали из шампиньонов. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – по вкусу. Лук – 1/2 штуки. Гранат – по вкусу. Чеснок – 2-3 зубчиков. Грецкие орехи – 60 грамм. Шампиньоны – 250 грамм. Уксус 9% – 1 столовая ложка. Кориандр – 1/3 чайных ложки. Хмели-сунели – 1/3 чайных ложки. Зелень – по вкусу, кинза или петрушка. Черный перец молотый – 1/4 чайных ложки. Пхали – одна из самых популярных грузинских закусок. Обычно пхали готовят на основе овощей или зелени, грибы – вариант не самый распространенный. А зря. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Лук мелко порубите и обжарьте до мягкости. Добавьте порезанные кубиками шампиньоны. Обжарьте их до испарения лишней жидкости. Грецкие орехи подсушите на сухой сковороде. Затем измельчите в блендере грецкие орехи в крошку. Добавьте жареные грибы с луком и специи. Еще раз измельчите все до однородной массы. Добавьте в массу соль, сахар и уксус. Раздавите чеснок, перемешайте. Оставьте массу на пару часов в холодильнике настояться. Скатайте небольшие шарики. Расплющите их. Украсьте пхали зернами граната и зеленью. Пхали из шампиньонов готов. Для украшения пхали можно использовать грецкие орехи. Из шампиньонов получается очень вкусная и оригинальная закуска, которую можно приготовить даже на праздничный стол. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!